Красота. Просто больше. Самая, наверное, большая коллекция пуговиц в Украине. Да ладно, ты что? Нам и водка пойдет. Ты просто не знаешь. Не, ну я просто не знаю, но я вижу впервые. Бесподобное. Так с позолотой. Я беру, знаешь, никакие коллекции, блядь. Они не афишируют. Не, это понятно. Слушай, а та ушла, которая предыдущая? Какая? Ну, не... Черниговская губерния. Ушла, да? Наверное, да. Ты там покупал у одного человека на аукционе. Ушла, да. Красота, и маленькие, и большие. Ну вот это вообще прелесть. Даже там а масонского нет у тебя? Будем нет, да? Класс. Ой, красавец, слушай, как я его прошел. Да. Просто. Согласен. Стали... А сколько он, Сань? 150. Так оно дороже, хотя. 3 литра. Это кому выдавалось, допустим, вот это? Ну, это офицерское. Офицер, да? Так, 822 там ориентируй, или они позже? Не, они позже. Позже, да? Смотри, полковые, ну где-то 829 начали. Просто супер. Вот честное слово, никогда такого количества не видел. Это я без всякой там иронии. Кольцевичок еще нужен мне, этот, до КФМа. А у тебя какой? Нету, да? А у тебя КФМовский? Саня, это что? Ну, это импорт. Это Бельгия, моряки, по-моему. Вот это Бельгия морская, да? А. Маленькая. Вот это вот нечастая, она хоть и слабенькая. Это Италия старая, морские моряки тоже. Ага. Италия, да? Вот крымские артиллеристы, крымская война, англичане. Класс. Вот это хорошее училище Николая Цесаревича. Она, какой? Допустим, кому выдавалась? Это преподавательский состав училища. Да, угу. Я пока чиновник. Что вы? 200 гривен. Это же там у нас. А вот с накладочкой, а что это? А, ну это импорт. Вот это, да, это, ну вроде как английская, но точно никто не говорит. Реально самая большая коллекция, просто прелесть. Это артиллерия, да? Это Австро-Венгрия. Австро-Венгрия. А вот это что? Это Греция, флот. Греки. Ну это такое современное, на легенький металл. 70-е годы. Да, 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 да. Это вообще как бы без комментариев, да? Ну так. Это копия вот этого, рейховские. А, это рейх все-таки, рейх, ну копии, да? Так, а где еще раз? Это, подожди, вот это три... Норвегия или что? Это Швеция. Швеция, да. Это... Это Нидерланды. Голландия. Выпадает прохладно. А это у нас кто? Где? Подольский. Вот Каменец-Подольский, губерния. Вот так даже, ничего себе, Западная Украина. Класс. Да, спасибо. Это Харьков. Ага. Харьковской губерния. Кто производитель такой интересный? Они там разные были. Угу. Чуть-чуть ушко надломано. Вот это Тамбовская, но она слабенькая. Ну, Тамбов не интересен, да. Киевская, вот Харьков интересен. Какая-то. А это Киев вот это, это да? Киевская. Класс, друзья киевляне, вот и Киевская губерния. Она такая простенькая, да, с виду, хотя с обратной стороны все. Ну да, то, ну они там тоже, это, по-моему, ранние. Угу. Те, что
пораньше. Это скоро начнется. Вот в таком вот формате, это вот раньше губерния, они, ну, раньше вот эти. А потом стали делать вот, вот такие. Я понял, выпуклые, да. Да, да вот, возле Миши стоит. Поэтому они могут так на юг выглядеть. Не-не-не, возле Миши стоит сейчас. Тут смотрим. Ну давай. Класс. Переживай. Где вы едете? То он не за вас переживает. Все, спасибо. Он за это за переживает. За вас, как бы не опорожнилось. Да? До новых встреч.